Здравствуйте, меня зовут Евгения Гавриловна Портнягина. Что еще? 48-го года рождения, мне 74 года. Родилась я на участке Старикова. Это за рекой нынешнего Русского Устья. Теперь там рыболовецкий участок, ледник, который сохраняет нашу рыбу. Жилых помещений там нет, если рыбаки живут в балках. Рано осталась без матери, с бабушкой. Отец на производстве был все время. Закончила. После школы я никуда не поступила, потому что бабушка старенькая была. И только когда я не стала, я поступила в медицинский колледж. По образованию я фармацевт, работала в аптеке нашей Чкурдасской 40 лет. Потом ушла на пенсию. В ансамбле я, на сцене я с малых лет участвовала в выездных концертах до этого, а когда организовался у нас в 1988 году ансамбль, я с ним с первого дня участвую. Теперь я уже в запасе. Когда нужно, я прихожу, помогаю, чем могу.